Good morning, boys and girls. How are you today? Today you are going to write an email giving advice. Сегодня вы будете писать письмо, дающий совет. But before you begin to write your letter, I suggest you to do this task. Here you have five gaps in the text, and here you have five sentences. Your task is to match them, and on your school's dot, give me the answers. For example, one is B, two is C, and so on. The next task will be your writing. Wait a minute. Here you have paragraphs. Three paragraphs will be in your writing. Express sympathy, выразить сожаление. Итак, смотрите, в чем у нас будет заключаться наше письмо. Use the ideas from the dialogue in the show text button to complete the email below, giving advice to Alex. Давать совет Алексу будем, но не 100 слов, а 50 слов. Swap up, и 50 слов. Дальше я вам приложу текст в ваших заданиях. Итак, первый абзац будет выразить симпатию, сожаление. Второй — ваш ответ и ожидаемый результат. Будет лучше, если что-то, тогда произойдет то-то. Третье — выразить надежду, что ваш совет помог. И закрывающие ремарки. Надеюсь, что тебе помогло. Напиши мне вскоре. Твой, с уважением, и так далее. Здесь у вас есть текст. Посмотрите, в вашем Schools.dot я его прикрепила в задание. Его внимательно прочитаете. И на основании его напишите письмо. Но еще раз напоминаю, что не 100 слов, а 50. I wish you good luck and I hope you will be successful. Желаю вам удачи и думаю, что вы будете успешны в написании этого письма. Goodbye!